Крупнейшая электроэнергетическая компания страны Интеррау запускает в Иванове общий центр обслуживания предприятий холдинга. Договоренности с властями достигнуты в начале года. За 3 месяца работы центра уже есть первые успехи. На обслуживание сотрудники взяли 4 юрлица. Переходный период можно считать завершенным. До конца года у нас есть задача принять на обслуживание еще 3 юридических лица, в том числе крупнейший актив генерирующих – это Интеррау электрогенерация. И таким образом, к концу года планируем, что будет обслуживаться 7 юридических лиц с общей численностью сотрудников больше, чем 12 тысяч. Для этого у нас сейчас открыто 134 вакансии. Мы ведем активный подбор персонала. Центр обслуживания позволяет создать 230 квалифицированных рабочих мест. И это только на начальном этапе. К 2021 году мест будет 700. Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что в регионе живут очень трудолюбивые люди. И борьба для них идет за каждое рабочее место. Мы с самого начала договорились, что организуем контакт Интеррау с нашими вузами, чтобы сделали презентацию, какого рода рабочих мест. В местах идет речь, и я знаю, что с 4, по-моему, вузами работает сейчас Интеррау, с тем, чтобы выпускники понимали, что вот есть такая возможность поработать в центре Интеррау здесь у нас в городе Иваново. Но дополнительно мы все-таки говорим еще о развитии сотрудничества с энергетическим университетом. Это уже касается не столько этого центра, а сотрудничества по, так сказать, прямой кафедре компании Интеррау в области энергетики. Созданный центр обслуживания будет крупнейшим в России. Полезен он будет и для экономики региона. Руководство Интеррау выбирали между 3 субъектами. Наш регион оказался лучшим по условиям. Оценивалась целая совокупность факторов. Логистические нюансы, кадровая насыщенность, зарплаты, офисная доступность, вообще социально-экономическое развитие того или иного субъекта. Поэтому там было порядка 10 разных критериев. Но одно из важных вещей, конечно, после запуска поезда «Ласточка» кардинально изменилась именно логистика проекта. И здесь мы действительно рады, что в момент принятия решения вот первые «Ласточки» как раз должны были пойти. Это было весомым аргументом для нас. Обслуживаться здесь будут 35 компаний с общей численностью около 50 тысяч человек. В новом подразделении работают специалисты по управлению персоналом, делопроизводители, бухгалтеры и налоговики. Очень интересно. Очень комфортно работать, интересные стратегические задачи передо мной поставили. Они для меня очень важны, и на самом деле я чувствую себя вот не просто винтиком большой цепи, но таким значимым элементом, как мне кажется, каждый здесь присутствующих, работающих. Центр, уверены власти, позволит сохранить кадровый потенциал внутри региона и даст возможность развить офисную экономику. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.